Всем привет! С вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу про очень прикольный эффект, как видео стали. Его называют отдаление. Прошу посмотреть мой пример. Ты же знаешь, я с другой, забывай меня. Все, наше время не пришло. Подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! И, кстати, смотрим видео одного лайкера. Вот его аккаунт, и давайте смотреть. Вау, у тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. И маленькое отступление. Я бы хотела сказать, что на Ютубе появились новые правила, из-за которого я могу потерять свой канал из-за хейтеров. На видео, в котором снимается несовершеннолетний ребенок, то есть я, и у него будет очень много хейтерских комментариев, то этот канал могут заблокировать. Я не хочу, чтобы мой канал заблокировали, поэтому я включила модернизацию комментариев. То есть YouTube будет проверять все ваши комментарии. Не беспокойтесь, ваши комментарии будут опубликованы только через некоторое время. А также и на него ответ. Давайте продолжать. Для этого видео нам понадобится приложение Like или TikTok, где мы снимем наше видео, и приложение Alight Motion, где мы это все и смонтируем. Ссылочку на это приложение я оставлю в описании. Для начала зайдем в Light и выберем любимую музыку. Выберем снимать, выбрать музыку. Ну, я выберу, скорее всего, вот эту. Применить. Ставлю телефон на штатив. Я поставлю вот так. И теперь мы должны поставить на периоде, там где детка я влюблён. И покажу на другом телефоне разбитое сердце. Здесь у меня будет еще добавляться текст. А как сделать текст на видео? Ссылочка будет на видео где-то, ну где-то здесь. Давайте это снимем. Сначала поставим на период. Я буду делать сразу все на слоумо, чтобы было прикольней. Включаем. И дальше у нас идут слова «Не беру твой телефон». И на эти слова я должна бросить телефон. Поэтому я подстелю что-то мягкое. Так, я постелила. Теперь включаем период и снимаем. Дальше у нас по тексту, как бы, забывай меня все, поэтому я обратно буду, как бы, сидеть в телефоне, что-то там говорить на голосовой, бросать телефон и делать взмах волосами. Давайте это снимем. Телефончик, иди сюда, еще тебя будем бросать. Так, период стоит. Включаем. Итак, следующее, послушаем музыку в периоде и сделаем все под слова. Для этого кадра нам телефон больше не понадобится, нам понадобятся часы. Сейчас я их возьму. Вот они, мои любимые. Теперь мы поставим
период и подложим все и сделаем вот так. Наше время не пришло, и бросим часы. А потом наши часы будут в крупном кадре, а нас не будет видно. Ну, как-то так. А здесь мы добавим надпись. Так, поставим период. А то сейчас без периода буду снимать. Мисс
очень круто получилось. Продолжаем в том же духе. От меня лайкосик. А на этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег Снежана Снежок и хэштег Хочу видеть Снежаны. А когда снимите, я вас буду лайкать. Всех люблю. Пока-пока. И смотри видео еще одного лайкера. Вот ее аккаунт. И давайте смотреть. Все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка разноцветная, витамин. Все мои сюжеты. Вау, у тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк.